Под Новый год все мы верим в чудеса и ждем их с нетерпением. А есть люди, которые решают сами создать и подарить окружающим сказку. Ведь нас много, а Дед Мороз один. И поэтому без помощников ему точно не обойтись. Среди них совсем не сказочные персонажи – байкеры клуба «Ночные волки». Они дарят новогодние представления и детям, и взрослым уже пятый год подряд. Поначалу это всего было воспринято с большим скепсисом значит, у моих, так сказать, друзей, моих одноклубников, моих братьев. Прямо реально я прям преодолевал это сопротивление. Мне многие человек посмеивались, говорят: «Хирург, ты чего, давай мы тут с няньками будем». Однако первое же представление развеяло все сомнения. И те, кто вначале не верил, теперь сами выступают в роли Кощея или Снегурочки. Творческий коллектив из нескольких десятков человек объединил байкеров, артистов цирка, актеров и людей совсем посторонних профессий, обнаруживших в себе талант и желание быть на новогодней сцене. Теперь феерическое шоу из года в год идет с потрясающим успехом, и дети и взрослые, увидев сказку однажды, обязательно приходят еще раз. Больше зрителей, больше надежд, а значит ответственности, и репетиции ведутся без выходных. Обработка трюков и акробатических номеров, подготовка света и декораций. Специально для шоу написана музыка, которая обещает полностью погрузить всех в атмосферу сказки. Дети, когда соприкасаются с такими эффектами и с такой подачей, они, конечно, безусловно, что ли, отдают нам их сердца, и мы чему-то их учим. Мы как бы в каждой сказке у нас какая-то история, причем связанная с нашим прошлым, но где обязательно есть место настоящего. Детский сюжет перекликается с темой летнего байк-шоу в Севастополе. И, как говорит сам хирург, в сказке у них все по-взрослому. Побеждают не Бабу-Ягу, а вселенское зло, которое захватило мир и теперь добралось до России. Снежная королева оказывается статуей свободы, а Кощей стоит перед выбором. Бессмертие – инновационная игла в яйце, которую невозможно сломать. Или остаться верным героем русских сказок, несмотря на то, что персонаж он в них не самый добрый. Если во взрослом варианте, то это, скажем, должна предоставать этому всему, этим планам, православная цивилизация. Праздника не будет, если не победить зло. Ведь помимо добра, оно похитило еще главного волшебника года. А какой же праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Вот и спасают их в сказке. Вроде по традиции, но совсем не традиционно. Сказка должна достаться всем. И целый ряд представлений авторы проводят в благотворительных целях. Теперь у детей-инвалидов и воспитанников детских домов тоже будет своя сказка. Ну и, конечно, встреча с Дедом Морозом. А он уж, в свою очередь, такими помощниками доволен. И тем, кто дарит людям сказку, он обязательно подарит взамен. Уже другую, но не менее счастливую, которая обязательно произойдет с ними в новом году.